Значит, в этот период за 9 дней собрано 6400 кубометров мусора. Что хочется отметить? В этом году, благодаря Тверской общественной палате, огромное количество участников приняло участие именно из общественных организаций, общественных объединений. Вам за это хочется сказать огромное спасибо. От себя добавить еще. Буду надеяться, что это очень хороший старт взаимодействию муниципального образования и общественных организаций в таких массовых мероприятиях. Потому что субботник, городской субботник, это действительно дело каждого. Мы в этом году, благодаря такому объединению, убрали территории, которые, скажем, мы просили уже давно. Такие территории, как Герцкий роддом,